Я приветствую вас. Вы на канале Таро Angel Planet. И мы смотрим расклад на отношения. Расклад смотрим про паузу. Посмотрим мысли, чувства и почему молчит. Давайте посмотрим мысли. Ну, в мыслях он у вас горит. Хотя у него мысли, что он что-то теряет, что-то из вида упускает. Но, тем не менее, чувства все равно наполненности есть. Может быть, насильно мил не будешь, и идет сопротивление в отношениях, особенно идет то, что он не хочет прислушиваться к советам женщин, но и тем не менее, все равно женщина сильнее. Вот женщина и лев, они как бы наравне находятся. Они находятся в том состоянии, что вроде как женщина поменьше, но вот лев ее все равно будет слушаться. Даже если он будет сверху, он все равно не может ее раздавить. Давайте посмотрим, почему молчит. Он меняется, он изменяется. Все-таки вы, как женщина, влияете на него. Он понимает, что нужна какая-то благосклонность. Чтобы эта благосклонность была, надо самому ему меняться. Вот он старую шкуру снимает, трансформируется. Все-таки вы влияете на него. Не мытьем-то катанем, да, не одним-то другим. Долгие-долгие разговоры, объяснения, какие-то потерянные эмоции. Да, у него полыхает, да, он понимает, что вот тут вот я слишком много, да, задумываюсь, там какие-то мысли есть, но не всегда приятные. Но и тем не менее хочется благосклонности женщины, поэтому он будет меняться, будет трансформироваться, кожу будет менять, скажем так. Хочет ли проявиться? Проявиться хочет. Ждет ли действия от вас? Действия от вас тоже ждет. Стоит ли вам действовать первой? Императрица говорит о том, что стоит действовать первой для воссоединения. Чтобы не было третьих лишних, чтобы на пороге они не появлялись. А то получается, что вы вкладываетесь в отношения, а появится другая женщина, и как бы вы для другой женщины этого мужчину воспитали, он там изменился, да, вы смогли какие-то его чувства укротить. Поэтому тут стоит появиться. И итог созависимости в отношениях идет. Итог: любовь будет, страсть будет, секс будет, но и какие-то нездоровые привязки в ваших отношениях тоже рядом с этим идут параллельно. Поэтому это не пауза, это не конец, это вот пауза, которая, она закончится, она пройдет. Лучше ее завершить, судя по советам. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши, принимаю с благодарностью. А я жду вас на личных раскладах, ссылка в шапке канала.